Сокола. Евгений Раев. Фокстрот. Это было очень красиво. Чувства просто настолько ее захватили. Самый главный посыл был: люди, любите друг друга. Берегите друг друга. Мне вообще нравится все, что Нелли делает на паркете. Мне очень понравилось. Вы одна из лучших пар. 9 10 10 Назло вам! Вот это да! Ну, неожиданно, конечно. Спасибо, Николай, за 10. Мы танцуем фокстрот 7 сезона, который исполнял Евгений Бабунаишвили, наш хороший друг с глюкозой. И мы, конечно же, с радостью его повторим. Танец красивый, очень нежный, очень такой плавный. 4, пан. Рука должна болеть. Умница. Молодец. Нелегко, потому что здесь совсем другая позиция должна быть в теле. Как ты будешь? Вот так. Вот. Мне очень нужно не головой, а телом понять фактуру. Выключаю мозги. Знаешь, вот туда. Женя вот. Папунаишвили очень помог, за что ему огромное спасибо. Вот, тоже под колено. 2, 3. Очень важен полет, да. Легкость, и у Нелли это хорошо получается. Еще раз, и по-профессиональному, да? Как ты умеешь, да? Да. Давай. Не... И снова я смотрю на сцену отрешенно. Вдруг волшебный всплеск и словно замер целый мир завороженно. Вы как высоко парите здесь внизу меня, не замечая. Но я к вам пришла, простите, потому что только вас люблю. Вы хотя бы раз, всего лишь раз, на миг забудьте об оркестре. Я в восьмом ряду, меня узнайте, мой маэстро. Пусть мы далеки, когда и нет, и рабый свет нас разлучает. Но у нас одна, да-да, одна, святая к музыке любовь. Дамы и господа, Нелли Уварова, Евгений Раев. Я хочу сказать и отметить, что поразительное выступление до вас у Евгении и Глафиры. Мы говорили о том, лично я был восхищен образом, который создала эта пара. Вы ничем не уступаете. Вы тоже очень крутые, я говорю честно, да. Спасибо. Это спасибо. Было очень круто, да. Очень приятно. А теперь мы услышим мнение членов жюри. Галина Беляева, пожалуйста. Нелли, вы потрясающе выглядите, вы очень изменились. Внешний вид, вы похудели, вы стали необыкновенно стройная. Вот. Вам это очень идет. Я хочу сказать, что этот танец – это вот соединение всего вместе. И движение, и настроение, и артистизма – все вместе. Это
потрясающе. То есть я очень-очень рада за вас. Спасибо большое. Нелли, провожаем вас с вашим прекрасным партнером к Дарье Златопольской, тем более. Тем более, дорогие друзья. Дарья, а я вас прошу представить нашу прекрасную звездную гостью. Друзья, не думаю, что Наташа нуждается в представлении моем, но я счастлива воссоединению одной из самых ярких пар танцев со звездами. Это победители нашего шоу «Глюкоза». А где аплодисменты? Победители нашего шоу. Спасибо большое. Я безумно рада видеть всех, с кем была прожита практически такая серьезная творческая жизнь. Я счастлива сегодня быть здесь. Я очень рада, что появилась такая возможность, такая ностальгия. И еще сегодня я увидела наш танец, который, кстати, периодически я пересматриваю. И очень-очень сильно скучаю. Это был один из самых сильных ваших танцев. Да. Он был невероятно красивый, да, Коля? Да. Я просто мне помню, что понравилось, как-то сложился еще и вот эмоционально, я помню, что все без сучка и задоринки прошло, вот просто даже по эмоциям. Правда. И были все десятки у вас. И были все десятки. Это правда. Да. Дашенька, знаешь, что приятно? Вот что сейчас, как бы Нелли повторяла этот танец, да, но мы увидели абсолютно два разных танца. То, что делала Наташа с Женей, то, что делала Нелли с Максимом, совсем, это абсолютно разные. Потому что как-то вам удалось известную хореографию сделать своей. Это самое главное. И взять какую-то свою ноту. Даже то, как Нелли выглядит. Вот эта рыжая копна волос, зеленые серьги. Как-то вот очень... У Наташи у нее был очень гармоничный образ. Такая ракушка, я помню, зачесанные волосы, гладкие. А Нелли сделала что-то совсем иное. И от этого внешнего как-то вот пошел танец, да? Как вам вот исполнение этого танца, который был одним из самых, наверное, ярких в истории всех сезонов проекта «Танцы со звездами»? Женя первый узнал о танце. Я получила от него очень короткое сообщение. Это класс! Нам очень повезло. Оценки фантастической паре в нашем проекте. Владимир Деревянко. Коля, давай. 10. Станислав Попов. 8. Галина Беляева. 10. Николай Цискоридзе. 38 баллов получает замечательная пара Евгений и Нелли. Поздравляем вас!